Верность слову, а также выбранной цели – это основная отличительная черта. Звук «г» у владельца этого имени не создает сложности восприятия имени, поэтому этот человек склонен зазнаваться. Звук «г» прямо направлен на экстрасенсорные способности. Звук «е» также говорит о легкой приспосабливаемости, сексуальности, нередко подавляемой закомплексованностью. Значение буквы «д» говорит не только о склонности к размышлению, всестороннему обдумыванию как философских, так и житейских проблем, готовности помочь, но и об упрямстве, гордости и независимости, а вследствие этого склонность к ошибкам, не всегда правильной оценке своих сил и возможностей. Размышление, обдумывание перед началом дела, ориентация на семью, готовность помочь, иногда капризность – вот истина этого имени. Буква «Е» считается символом естественности и гибкости. Обладатели имени трудолюбивы и упорны, но в чувствах редко способны на нежность и внимание, проявляют лидерские качества и не нацелены на достижение результата. Они способны на решительные действия, но зачастую сначала совершают действия, а потом задумываются о последствиях. Сообразительные и проворные, они легко находят контакты с другими людьми, их действия часто кажутся поспешными и импульсивными, но это не так. У них есть свой собственный, нерушимый взгляд на жизнь и уверенность в своей правоте. Из владельцев этого имени получаются гениальные торговцы и биржевые игроки. Звук «А» в имени человека внушает ему бодрость, придает силы для борьбы с трудностями. Люди с этим именем желательно еще в юности определиться, кто же они такие. Люди с буквой «Г» в этом имени нередко страдают от отсутствия такта, поэтому в любовных отношениях часто меняют партнеров. Владельцы этого имени всегда подумают, прежде чем начать действовать, но их действия в основном приводят к застою в делах. Это имя не вызывает отрицательного восприятия. Звук «Б» в этом имени иногда связывают с упрямством и упорством. Они всегда стремятся действовать. У человека повышена чувствительность к тому, что говорят о нем люди. Звук «Х» в этом имени дает характеру человека неприятность и отсутствие напора. Им важно, как они выглядят в глазах окружающих, поэтому стараются добиться высоких результатов выбранной деятельности. Люди с таким именем обладают высокой стрессоустойчивостью, постоянно стремятся к роскошной жизни и умеют зарабатывать много денег. Владельцы этого имени будут проявлять во всем инициативу и не любят рутину. Головокружительная любовь, риск коммерции, пробивные способности – вот цвета этого имени. Дорогой друг, поставь лайк под видео и подпишись на канал. Мы зависим от твоей помощи.